отличный продуктовый набор за 4 евро. Он хлебушка в этот раз много набрал. Так, ребята, из просрочки только вот это. И то для бусинки, для собачки, для нашей беру. Все остальное абсолютный свежак. Вообще полностью. Вот просто так. До 07.09.24 года. Сегодня у нас 05. Еще 2 дня. Да, подходит, но это йогурт. А остальное это масло, молоко. Блин, вот сейчас... Не достать, короче. Это он рыбу, давайте посмотрим. Хорошо? То, что досталось. Смотрим, до какого? До 28 года, а? Как вам хейтерня? Просрочка. Да, во многих кафелях много просрочки, согласен. Это шоколад, кстати. Прикольный, белый. Мы такой брали все время черный. Ни разу белый не видел. Впервые беру белый такой. Короче, а ну... Кто знает, что вот это такое? А? Фрукт? Что он непонятный? Опачки, хопачки, а это трубочка. И она мокрая, надо поставить. Я его только что чуть-чуть перевернул, и мне на палец накапало. Короче, продуктовый набор за 4 евро, супер. Германия, форева. Немцы, спасибо, мы вам благодарны. За то, что вы нас так приняли. Ну и во всем, спасибо вам за все. Хейтеры, как-то так, но никак иначе. Вернее, злыдни.